E-Gaming Bets – ставки онлайн для всех поклонников киберспорта. StarCraft 2, Overwatch и CSGO, Dota 2 и Hearthstone. Выбирай! Экспресс-наряд событий или лайв-ставки на игру, которую ты смотришь сейчас. Разбираешься в Dota 2? Сделай прогноз на пики и баны команд. Играешь в CSGO? Предскажи количество раундов в конкретном матче. Ежедневные квесты для всех участников проекта и лучший выбор платежных систем. С 2011 года более 600 тысяч пользователей делают ставки на все самые интересные события онлайн. EGB.com. Ты точно знаешь, кто победит. Что ж, друзья, еще раз всем привет. История команды GodSend продолжается. Матч на паузе, с пистолетки влетают последние. Ну и нас с вами ожидает вторая карта. Это противостояние GodSend и Strelis. Хотя противостоянием назвать сложно. Сразу забегу просто немного... Нет, копну глубже и отбегу назад и скажу вам по правде. Матч по GoldTV демке, об этом знают уже практически все. Но мы, тем не менее, его с Юрой не видели и с радостью посмотрим. Ну и моральное состояние команды GodSend. Они только что слили вообще почистую карту Dust2. До этого момента, на момент, ну вообще вот этой встречи, когда она играла в закрытом формате, ребята уступили полуфинальный матч на DreamHack на лане команде Gambit Gaming. Ну и понятно, что сейчас ожидать от GodSend сверх игры мы не сможем. Но будем надеяться, что хоть что-то мы увидим в их исполнении адекватное. О, тут... Ну вот от Кирбая мы уже точно увидели сумасшедшие три минуса. В итоге Пронокс один против троих. Должен спасать капитан раунд для своей команды. Вроде бы пока достойно сражается, но все это было до момента выпада от девайса. 1-0, Астралис повели на Мираже. И вот, как говорил Игорь, действительно, после всех составляющих, в которых оказались ребята из GodSend, проводить матч против Астралис очень-очень сложно. Ну и результат, скорее всего, будет закономерный. Ну что же, проиграв пистолетку, не поставив бомбу, закупаются GodSend. Форсят. Теки есть в руках, аж три штуки. Есть по 250, есть ЦЗшка по раскидке. Ну, не все, что хотели ребята из GodSend. Тем не менее, ну, какой-то раунд нам попытаются показать. Да, Пронокс красава. Топ. Ну вот что делать, когда ты из команды GodSend в Швеции сидишь на лане, играешь матч в онлайне и понимаешь, что зрители остались недовольны. На самом деле, друзья, смотря вот DreamHack, который был в Йончопинге последний, очень сильно я вот так в публике подразочаровался. Ну, не болели за красивый КС, мягко говоря. А за кого болели? Со стороны. Ну вот, например, когда Гамбит играл американскую команду, зал молчал. Как только автоматик делал один минус, зал начинал просто автоматик газмировать и все такое. А потом врывается хоббит, тыщ, и все, и снова тишина. Короче, публика даже для своих болельщиков создавала непревзойденный порог, через который не пройти. 2 в 2 размена, тем не менее, на Б у нас хороший заход оформили ребята из GodSend. Но иной флюшу закрепиться не удалось. На точке без бомбы заканчивается раунд. И что самое печальное, они на нее рассчитывали как минимум, ну вот, на 50%, что на ней будут разыгрывать. 2-0. Покорение шведов. Прямо сейчас, прямо здесь. Вот команда Astralis. Будет приятно, кстати. Друзья, лан-финалы, вот, наверное, об этом уже можно смело говорить. Это с 9 декабря мы будем с вами... их вместе смотреть, их будет комментировать наша студия. Также в следующем месяце, друзья, ожидаем финалы Е-лиги, которые станут действительно кульминационными, наверное, по сравнению с прошлым сезоном. И самое главное, друзья, по расписанию мы будем смотреть матчи реально в удобное для нас время. Ну, по крайней мере, более-менее схожее. Подожди, с нашим графиком. Финалы Е-лиги в конце декабря? Ну, вообще, да. В предновогодние даты? Ну, не в предновогодние даты, нет. Нет, они сразу после ЕЦС должны быть, если я не ошибаюсь. Там даже сейчас можно посмотреть. И у меня появился инсайдик о том, когда будет Старсерия, но об этом потом. Скоро будет, друзья, ждите. Ну, нас ждет, на самом деле, скорее всего, опять пыточный онлайн-этап с отборочными.
где, кстати, мы увидим все тех же GodSend, Astralis, возможно, даже Envias, G2. Короче, все, кто захотят. Но, естественно, также мы увидим и наши команды, которые тоже будут пытаться квалифицироваться на турнир. Напомню, что в прошлом сезоне лучшей командой Star серии из СНГ стала команда Flipside, потому что она не уехала домой после группового этапа. Ну, да, в отличие, например, от тех же Ашер и Na'Vi. Ну, у HellRaisers ситуация в группе была тяжелая, и если бы не обыгрывали, все было бы намного круче, но там реально близкий счет был, боролись парни. А вот Na'Vi, ну, Na'Vi уехали от Astralis, кстати, на оверпассе. И неприятная карта оверпасс. Много плохого с ней связано, наверное, у каждой команды, включая команду Fnatic, которую когда-то и на мейджере забанили. Ну, не забанили, кикнули с турнира, просто потому что подсадились не там, где надо. Ох уж этот All of Master. Что ж, 4 в 4 ситуация на карте. Astralis, ну, защиту построили с такой небольшой, знаешь, с таким ретейком на А. Будут против Рамба действовать, Ксайпикс и Глэйви. Ну, а на самом деле, созданный перекрестный огонь, там еще через него придется пройти с проблемами команде GodSend. А вот если пройдут, то, да, действительно, выбивание от Astralis не сбежать. Ну что, давайте смотреть. 25 секунд до конца этого раунда. Только сейчас шведы начинают выходить. Ну вот он, первый и второй минус от Зитникса. Как-то очень просто здесь сыграл Ксайпикс, с учетом того, что позиция должна проверяться. Странно, что не ожидали. Ну и Пронокс последний после серии минусов. 10-я секунда. Тут вообще ловить нечего, по идее. И Маркуса пытаются сейчас заставить пожить, чтобы убить его уже после окончания раунда. Но жажда фрага все-таки делает свою грязную работу. Забрали. Не стали, опять же, экономически уничтожать полностью GodSend. Есть шанс выровнять экономику, но они делают сразу же форс-закуп и попробуют нас удивить очередным раундом. Так, ну вот закупочка, конечно, далеко не оптимальная. Два Галива, UMP-шка, два ТЭК девятых. Ну и под раскидку шведы постараются выйти на плен. Что по гранатам? Ну вот интересно, как будут использовать коктейли. Есть коктейли флюши, есть у Пронокса. Лэйви. Интересно. Ну, на самом деле, рисковый раунд делают. Там три позиции, которые будут моментально пробрасывать, а Глэйви будет действовать. Все. Пошла флешка, Глэйви, Кирбай, попытка перестроиться за красный ящик. И нет, проверили сэндвич. Проверили сэндвич, красавцы. И плен закрыли. Вот это уровень. Так, девайс вынужден скрываться в коннекторе, ждать помощи тиммейтов и только после этого стараться делать какие-то минуса. Так, я сейчас не понял, ли GodSend решили убежать, либо испугались. Это какая-то гибкая гибкость гибкого раунда. Да, на ситуации 4 в 3 все было абсолютно банально просто, но пацаны придумали себе без исключения удивительный квест. Называется «Путешествие, Т-респаун, 50 секунд, бежим на Б». Самое смешное, что при этом бросили Пронокса в коврах, и Кэп уже отъехал. И посмотри, как оперативно девайс и Дюпри смещаются под базу Б. И выйти шведом на этот план будет не так уже просто, как хотелось бы. Шведы, кстати, тоже думают, что они оперативно смещаются на базу Б. Ну вот, давай смотри за девайсом, будет ли минус. Первый пропустил, второго пропустил, а вот это интересно. Ну, а вот как так сработала снайперская винтовка девайса? Ну, непонятно, если честно, не сыграл Риц на все 100. Ну, тем не менее, в хороших шансах остается Ксипникс. И знает о том, что один точно в пленте, а вот второй игрок атаки пока прячется в коврах. Не факт, что он здесь, конечно, этот раунд заберет. Опять же, Джаспер, тайминг, попытка проверить. Второй, и тут реактивно залетает сразу же красному флюше. Ну, Юс против Галила, и опять же, здесь терпения не хватит к Сайпиксу. Надо, да и времени, надо действовать. Ну, боже, что творит этот просто датский... Ну, кстати, почти взял раунд. Вот попади сейчас пулю в GV, спокойно разминировал бы бомбу. Итак, 4-1 на ровном месте. Астралис проигрывают по-хорошему взятый раунд. А попади девайс ВП, Зипникс тоже мог тащить. Ну, короче, подарили раунд GodSend'ам. Ну да ладно, тем интереснее будет наблюдать. Что в итоге? У Астралис по закупке 2 UMP-шки, 5-7, 2 кольта. Ну, это отличный шанс для GodSend подобраться к Астралис впритык и, возможно, даже сравнять счет в этом матче. Ох, тяжело. Ну, с одним ХП, опять же, раунд. Такое тоже бывает, да. Бывает, и без исключения это приятно, но... Ситуация даже в групповом этапе совсем не та, чтобы сейчас радоваться этому, надо закрепляться. Действительно, по счету, как говорит Юра, но
не дают Астрелис просто играть на ровном месте команде Астрелис при выходе на. Мы видим, как жестко цепляются за каждую попытку сделать минус датчане, но ничего сначала не получалось, а потом просто Гудсент пошли в дым. Потом просто Пронокс один против четверых. Кстати, такое мы видели уже и в первом раунде на пистолетах, и в первом оружейном. А Кэп жил до последнего. Кэп пускал тиммейтов, говорил, пацаны, поставьте бомбу, я потом на размене таких дивов наделаю. Но до установки бомбы так дело и не доходило. Ну что же, 5-1. Недолго радовались Гудсент. Выиграв раунд, проигрывая следующий. Соответственно, денег лишаются и вынуждены проводить раунд с диглами в руках. 3 дигла, 2 по 250, без раскидки. Кстати, у Шнейдера есть армор. Наверное, самый богатый игрок команды Гудсент. Позволил себе даже такое. Говорит, с бронежилетом, да в каске на голове. Сейчас таких дел наворочу. Так Пронокса охраняю. И смотри, смотри, охранник и его верный капитан. Смотри, говорит, сейчас я тебя подсажу. И ты убиваешь всех. Ну, они здесь ждут перетяжку с джангла, но, опять же, провокации не было на центре карты в начале раунда, чтобы такую штуку осуществлять. Да и позиция девайса весьма хорошая. Итак, выход под флеш на центр. И что-то увидел ноги Xypex. Или не видел? Не видел ноги Xypex. Ой, ой, ой. Задумка не сработала у команды Гудсент, короче. Там просто братская могила получилась в центре карты после Молотова. 5 раундов разницы. Смешно, смешно разыграли этот момент. Но самое печальное, что Ксипник даже не проверил, просто бросил молотов, а там вот такой вот сюрприз. Ну, опять же, туретка была разрушена. Туреточка. Ты знаешь, есть такой герой в игре в Overwatch, Бастиан, да? И вот иногда игроки команды Гудсент любят играть в Бастиончика. Окопались, да? Окопались, Бастиончик. Так, что на этот раз? У Гудсент массовый выход с ковров под флешечку тиммейта. Под смачок. А, кстати, может... Нет. Начало вроде бы не очень для Астралис. Хорошие флешки от Гудсент, но вот за это время не сумели ликвидировать принимающего Аплунта и заполонить базу, установить бомбу, заработать денег. Короче... Флешкой раунд не берется. Да, особенно вот с такими-то действиями. 6 раундов разницы, и Астралис продолжит серию закупочных. Ну, а Гудсент имеют сейчас возможность ответить. Кстати, заметь, обе команды играют без снайперской винтовки. Вот у девайса не залетело в том раунде с ВП. И Николай делает выбор в пользу АК-47. Вот что было бы в этом матче, если бы Гудсент выигрывали в Гамбит полуфинал? Вот, кстати, интересный вопрос. Ну, вот. Мне кажется, морально было бы гораздо проще играть и, возможно, бы поборолись. Но с учетом нынешней формы Астралис, мне кажется, все равно победу датчане бы одержали в этом матче. Ну, счет был бы, по крайней мере, на Dust 2 не такой позорный, как мы увидели. Но, тем не менее, все равно они продолжают играть, несмотря ни на что. Они продолжают действовать абсолютно адекватно, хотя ничего не получается. Ну, знаешь, вот этот момент, когда вера в себя иногда просто уходит. Ну, вот, знаешь, сейчас мы видим действительно не то чтобы максимально тимплейные действия в исполнении Гудсент. Просто скилловые шведы пытаются взять какое-то количество раундов у команды. Итак, девайс минус флюша забирает его в коннекторе. Лекара дает размен. 3 в 4 по-прежнему большинство на стороне Гудсент. Благодаря опенфрагу от GV, кстати. Ну вот, смогут ли шведы вытащить этот раунд? Давайте смотреть. Так, Кирбай. Шел в апдаун. Вот позиции очень хорошие для команды Гудсент, чтобы здесь завершить выход на апленд. Еще и у Глейва позиция очень благоприятное к тому, чтобы его забирать. И, наконец-таки, разыграли. Отлично, Кирбай последний. Ну, идеально не сказать, чтоб идеально, да? Так сказать, не так сказать. А все же получилось. Ну, да. Действительно, своевременный выпад Шнейдера с ковров сбрил двоих игроков на позиции Делпана. В итоге Кирбай один против троих. О, а вот... Ну, вот, во-первых, второго не ожидал там увидеть. Но да. Если бы был бы дабл, было бы весело. Да, и Лекер бы оказался в ситуации, ребят, вы чего? За что? Вы, такое наказание? Как такое получилось? Что вы делаете со мной? Так, ну все же девайс попытает удачи с ВП в руках, покупает Николай снайперскую винтовку, тиммейты закупаются кольтами. Кстати, заметь, вот в исполнении Астралис мы не видим вообще эсок. Да. Строго с М4А4 отыгрывают датчане. А, ну вот, свой выбор парни сделали в пользу 30 патронов. Ну, может, даже советы давать проще.
а может видит меньше рандома в этом автомате. Ну, на самом деле, эска она... Есть команды, где у всех эска. Вот такие команды тоже есть, так что тут... Нельзя сказать, что профессионалы делают какой-то однозначный выбор в пользу той или иной эмки. Кому-то просто удобнее стреляться с этой эмочкой. Кто-то, ну, тэппинг чувствует на этом оружии немного лучше, чем, например, на эске. Кому-то комфортно стрелять с АК, да. А есть такие ребята, которым и с пистолетами вполне себе нифигово ощущают в этой игре. Итак, играть через центр карты. Два игрока атаки расположились именно там. А будет попытка проникновения в коннектор. Pronex будет действовать на первом. Сплита плента в перспективе. И Кэрбай просто проверяют по ноге. Красава флюха. Остается... Правда, Глейва пройти вот будет большой проблемой. Во-первых, снайпер закроет. Во-вторых, ну, неприятная позиция, которая на поздней стадии хоть и должна проверяться, но игрока просто уже убили в коннекторе. Ну, думают пока, что ребята из GoodSend, скорее всего, поменяют вектор, оно и происходит. Ну да, двигаются уже шведы в направлении базы Б. 25 секунд до конца этого раунда. Флюша по зигзагу, троица будет выходить с ковров. Вот они, наверное, действуют так в расчете на то, что пода была перетяжка после коннектора, и перетяжка медленная. Но перетяжка была вообще в другую сторону. Ну, вот коннектор сейчас отыграл у Астрелис, и здесь более чем готовые датчане сражаться со своими грозными соперниками из Швеции. 3 секунды до конца раунда, и Шнейдер погибает прямо в воздухе, но успевает дать трехочковый под Ксайпиксу. 8-2, и мы видим ту же самую ситуацию, что и на первой пыльной карте. GoodSend больно. Ну, да, очень больно шведам. Абсолютно ничего не получается. Особенно, ну, знаешь, в атаке против такого мотивированного дефенса дезморальным шведам сейчас играть очень-очень сложно. Ну, в тот момент, когда тебя послал бог, и у тебя 2 раунда за атаку. И куда тебя бог послал, вот непонятно здесь. Ну, куда подальше, походу. Ой, Дживи прямо под пятую точку залетает хаешка от Кирбая. Ну и один Шнейдер против пятерых, с Зигвом в руках, попытался сделать хотя бы минус. Но, как видим, девайсы этого сделать не дает. Ну что же, очередная закупочка от GoodSend. По-прежнему отыгрывают шведы без снайперской винтовки. У Лекара даже на АК 47 не хватает денег. Покупает UMP, армор и полный комплект гранат. Ну и в таком арсенале девайсов GoodSend постараются взять третий раунд в первой половине. Так, вот я вижу то, что к нам присоединяются новые люди на трансляцию. Друзья, поясняю момент. Матч смотрим по демке. Вчера команда GoodSend играла в закрытом режиме против коллектива Astralis. Ну и они играли после того, как проиграли коллективу Gambit в полуфинальном матче на DreamHack. Так что здесь не шведы всегда дезморальная ситуация. Да более неприятная для ребят из GoodSend. Ну, здесь мы можем только посочувствовать, потому что это Counter-Strike, такое здесь тоже бывает. Так, что тут у нас? Постразменная ситуация, Дюпри и Кирбай против троих, Лекар, Флюш и Pronex. Ну, не торопятся с установкой бомбы, прекрасно понимая, что в спине может уже оказаться кто-то из датчан. Но а вот... спина, кстати, смотри, нестандартно будет заходить. Да, Дюприз ковров идет, и будет ли готов Флюша к этому выпаду? Давайте смотреть. Нет, не готов. Кирбай забирает Pronex'а, один Лекар против двоих. Он был готов вроде, но тайминг. Нет, ну знаешь, он переводит на ковры и потом возвращает прицел на яму. Переводит на ковры и опять на яму. И вот как раз, когда возвращает на яму, выходят ковры, и тайминг для Флюша был... мягко скажем, ужасный. 2-10. В очередной раз проблемы в экономике у GoodSend. Но это что-то похожее на форс. Есть тег с армором в руках Лекра. Все остальные просто покупают пистолеты без гранат. Ну, знаешь, и Глейв бежит на ноге в яму, на. Как-то, ну, очень банально выглядит атака GoodSend. Ну, не хотят стараться. Видимо, ну, реально, я их не виню. Устали, я не знаю, как любая другая бы команда отыграла на их месте, да, но здесь просто мы видим, что, да, это решающий фактор, то, что они на это не рассчитывали. Возможно, они думали, что выйдут в финал DreamHack, задавят Astralis, возьмут финал, и у них вечер будет просто супер. В итоге они остались просто с третьим-четвертым местом. А тут бац, и в турецкий гамбит попали.
Гамбит. Гамбит. Кстати, только что, вот буквально недавно, у Киев Киберспорт Арена собиралось очень много людей. И менеджмент команды Гамбит их собирал не просто так. Всех этих людей сейчас посадили в автобус, и они поехали в аэропорт встречать ребят после DreamHack и поздравлять их с победой. Приятный момент для ребят, я уверен, они оценят. Хорошие болельщики у команды Гамбит и у Зевса. Извиняюсь. Хорошая заготовочка от девайса. Четко работает прием на базе Б. JV, по-моему, даже не осознал, откуда его забрали. Тебе понравился звук эмки? Я обожаю этот звук. Мне больше твой звук понравился. Да. Это вы, вот если... кто, друзья, за озвучку от Игоря Сопова? Counter-Strike. Давайте напишем Гейбу все вместе, что пора менять звук эмки. Вот то, что делает Сопов, это уровень. То, что есть сейчас, это... Вот, уважаемые зрители, Юрий, частенько в своей группе выкладываешь старые записи, где мы с тобой комментировали еще, когда в подвале сидели. Ну, не в подвале, а в курятнике в этом. Вот, и... Люди просто в комментариях слезы пускают, какие были классные звуки у Эмки, Калаша, АВП. А теперь просто... Так, ну что, там продолжает. Ну, да, действительно, переезд какой-то от Дюпри, Флюша погибает, 12-2, последний раунд первой половины, что у GodSend, Ну, традиционный бай, ничего сверхъестественного, АК-47 арморы, без раскидки, парочка флешек, гранат. Короче, как-то все уныло в этом противостоянии. Скандинавы между собой обычно дерутся поинтересней. Но тут... Ну, здесь одни драться не хотят, а вторые как бы понимают, что им достался очень мягкий соперник в этой игре. Ну и пользуясь ситуацией, Стрелис просто сейчас после взятой карты второй против GodSend становятся непревзойденными, непоколебимыми и несбрасываемыми лидерами этого сезона ЕЦС Европейского дивизиона. Ну и по-любому получат супервысокий посев. Вот чтоб им группа со Sky Gaming и Immortals досталась. Да, бразильцевым в топку. Дюпри, хотя, на то, ну, несмотря на то, что раунд начинался хорошо для Astralis, в итоге один против двоих. Ой. Но не вышел на ретейк Дюпри, друзья. Там и дым кинул, и флешечкой, и не получилось у него ничего сделать. Скажи еще раз, я на звонок поставлю, пишут в чате. Записываем, друзья. Так это какой-то олдскульный телефон. Тарахтелка в исполнении Игоря Сопова. Нет, это олдскульный телефон. Мы же сначала выяснили, что это олдскульный телефон, а какая тарахтелка. Тарахтелка — это сейчас, погоди, они фармгана возьмут. Так, подожди, тут GodSend, походу, пистолеточку хотят потащить. Не так ли? Шнайдер уже кнопка отмены сейчас на эту пистолетку, но могут взять. Шнейдер. Так, Джаспер падает в сэндвич, и тут начинается раз, два, три головы. Жестко, жестко. Флюх разошелся не на шутку. Два шикарных минуса с USP Tactical. Правда, нашли, чем ответить ребята из Astralis. Забрали по одному Xipnix и Gwave. В итоге 2-3 и продолжают бороться датчане за пистолеточку. Ну, последнее слово в этом раунде будет за датчанами. Вот парни надо было оформлять, но не дают здесь отыгрывать комфортно. А что, один патрон Флюша? Ну, он тут просто пытается держать под напряжением типа. И оу, флешечку разыгрывают ребята из Дании, но... Казантипа! Это Казантипа от Флюши. Тесачок подъехал, друзья, в первом пистолетном раунде. Но все бы ничего, но у команды GodSend все равно проблемы по счету достаточно большие. Кстати, а вот представь, если озвучка Эмки в исполнении Петрика. Как бы звучало? Ему бы дали Грэмми. Эмми. Нет, Грэмми. Золотой граммофон ему бы дали, мне кажется. Ну или золотой граммофон. Или приз. Вот озвучка Тигра с вот этой картавой Р. Шаурма. Нет, на самом деле, вот на самом деле, Петрик, вот если честно, он исправляется и работает над этим. Поэтому
Вы не подумайте, мы здесь его не оскорбляем. Пятый вообще большой молодец. Но иногда тигр себе позволяет удивить всех нас и что-нибудь эдакое вымочить. Серьезный коммент прочитали, друзья. Спасибо большое, Бадмаев 21. Да, топовый. Топовый коммент, реально. Ну вот пора уже придумать и такую награду, и вручить ее Петрику. Тем временем, готовы взять свой форсбай, ребята из Астралис. Уже три минуса оформляют. Лекра и Флюша вдвоем против пятерых. Как так? Годсенты, что происходит? Что творится? Соп-сопыч. Творится грязь. 2 в 5. 2 в 5. Мы 2 в 5, посланы Богом, опять 1 в 5. И послал Господь на свет белый в шведский мир команду. И назвал он ее Godsend. Godsend. Им на самом деле вот у них преимущество в названии есть над всеми остальными командами. Знаешь, какое, чувак? Знаешь, какое? Они могут попросить просто Бога и не стесняться. На самом деле, тут нет никаких оскорблений, просто серьезно как-то вот. Ну, действительно, назвали команду интересно. Особенно если учесть то, что на логотипе у них серьезный такой треугольник с заявкой на то, что они какое-то тайное сообщество. Ну, а у Астралис все просто, звезда. Просто звезда. Масоны. Масоны в Counter-Strike. Так, что у нас в этом раунде? Флюшку уже забрали. Флюшка что-то вот поплыл после форсбая в исполнении Астралиса. Так старался, так потел в пистолетном раунде. Думал, это камбэк. Дозвонился в камбэчную в одиночку, но был абсолютно прав. Звонил только он. Тиммейты пока что не поддержали. Хороший хедшот в исполнении бывшего игрока команды Hellraisers. А ныне одного из лучших фрагеров команды Godsend. И он, по идее, ну вот, знаешь, просто заставил разозлиться Astralis. И они, играя на выпаде Бплунта, просто без шансов растерзали заготовленные заранее позиции. Что ж, Шнайдер плюс Pronex. Охранник остался с капитаном, но действовать они будут, грубо говоря, соло. И один уходит на ковры, о нем уже есть информация с парапета. А второй игрок остается, опять же, что-то там на центре делать. Вот это Pronex зашел. Озадачил Дюпри, конечно, таким минусом, но 2 в 3 и выйти с ковров будет нереально, а Шнайдер, по-моему, Шнайдер вообще с места не двигался, он просто ждал. Ну, тем не менее, раздобыли девайсы ребята из Godsend. Pronex максимально доволен, что в его руках АК-47, а у Шнайдера пока что поводов порадоваться, ну, таких нет. UMP-шка всего-навсего, дигл в кармане. Это все. Что удастся сохранить Шнайдер на следующий раунд. Итак, друзья, счет 14-4. Godsend нужно сейчас пытаться в этой половине не упасть лицом в грязь и взять, ну, хоть что-то, потому что 4 это правда мало, а после Даста 2 это крайне низкий показатель для них. Ну, хотя бы для статистики HLTV сыграете несколько своих раундов. Не, ну мы видим, что они играют свои раунды, просто все очень прямолинейно, без зуба, без раздумий. Так, Флюша. Хорошее начало этого раунда. С дигла минус по глэйву оформляет. Ну вот, дальше все по накатанной. Кирбай Флюшу забирает отличным хедшотом, вместе с ним ликвидирует препятствие в лице GV. Ну и уже 3 в 4, Godsend в меньшинстве, вынуждены, вот я не знаю, показывать уровень. Лекро. Увидим ли мы уровень? Pronex не выпустил, красавчик. Кстати, позиция, вот Бондик любит за этим ящиком тусоваться постоянно. Так, посмотри, там девайс раздемажили тоже неплохо. И, походу, Godsend намерены взять этот форсированный бай. Ну, и по карте получается так, что Astralis выбирают не совсем правильное направление атаки для их для осуществления. Ну, один бой нет, ну, сложно. Сложно, просто сложно! Что он делал? Почему он не пошел на? Бомбу забирал. Но, с другой стороны, шведы тоже начинают перестраиваться. Pronex забирает на коврах Кирбай, и это, на самом деле, фатальный минус, который дает... Ну и Лекар, походу, должен делать хотя бы минус. Пока что не проверили вы, ребята из Астралис, но вот девайс точно сейчас проверит.
Ну, тут уже, конечно, больно. 2 в 2 ситуация. Преимущество остается пока у атаки, но небольшое, максимально шаткое и минимальное даже. Шнейдер. Игра в прыжке, и Шнейдер не везет. Все, Пронакс, тащи, брат. Попадает плотно по позиции на Форесте. И... Так, а что по дефузам? У Шнейдера дефузки тоже нет. Ну, и головы Шнейдера, точнее, Пронакс тоже нет. 15-4. Так, это сколько подряд? 11 мап-поинтов для команды Astralis. И вообще не имеют права ошибаться ребята из GodSend. Так, что по закупке? Два кольта, фамаст, два дигла. Давайте, Astralis, покажите нам какой-то гениальный раунд. Гениальный раунд с двумя диглами, фамасом, ТМФО, Леской и М4А4. И супер негениальный раунд от команды Astralis. Ого, вот это здесь разминули сейчас, ребята, вообще не очень круто, и минус глейв. Проглядел флюшем. Но опять же, вина смока на старт, и, кстати, смок на старт был двойной. Хороший эйм от Пронекса. Но не зашло. 3 в 2, и тут начинается борьба от команды GodSend. Ну, поздно. Поздно, тем не менее, раунд надо забирать, на него шансы есть более чем оптимальные. И без интриги. Без интриги должны были действовать, но датчане просто что творят эти ребята. 2 в 1, остается GV. Слишком мало хп, его потеряли из виду. 1 на 1, бомба лежит на рампе, и Дюпри нужно ее занять. Даже не на рампе, а на Тетрисе. И GV побежал. И в этот момент... Смотри... Как четко на самом деле действует GV. Он понимает, что соперник, скорее всего, будет действовать максимально аккуратно. Это позволит ему очень даже быстро оказаться в спине. Ух, круто. Но... Вот факт. Вот представь, посмотри, что сейчас думает Дюпри, где GV. А потом он подумает, о, наверное, GV придет с КТ. Ну да, будет. А я сейчас как поставлю бомбу под ковры, да как залезу туда, а тут на, а GV уже на коврах. Привет, Дюпри, пока раунд для Astralis, и это действительно, ну, только что мастер-класс показал нам GV, как надо действовать вот в таких ситуациях. Ну, про размен узнал его позиции, понял, что убежать получится, и он останется незамеченным, услышать нереально. Но если бы датчанин действовал, то он бы мог при попытке подбора бомбы услышать вот эти шаги на центре у ящиков и совершенно спокойно сыграть, ну, как надо. Ну, слишком много «если», и четко... Еще раз подмечу, сыграл GV. Он знал, что соперник стоит в коврах. И он знал, что он оттуда будет выходить очень аккуратно. И это позволит ему как раз-таки пробежать эту позицию неуслышанным. Но, несмотря на это, на следующем же оружейном ребята из команды GodSend терпят сокрушительные удары по разным частям карты. Все это началось с центра. 3 в 1, 16-5, как финальный результат нас с вами ожидает. Если подождите, Лекра не возьмет против Глейва 1-1. Оба! Так, неужели какой-то невероятный квач? Очередной раз покажет нам GodSend. Там сейчас будет просто... О, он еще и бомбу в дефолт ставит. Красава. Просто красава. Да, давай уйдем сейчас на рампу и Лекра пропустим в плент. Ну, нет дефьюз китов у Лекра, но, по-моему, там кто-то из GodSend точно их покупал. И есть шанс найти. Да, вот они. Вот их дефьюз киты. О, ну тут просто сейчас карт-бланш для Лекра. Подожди, если честно. Братик их просто обошел. Нет, поднял. Все хорошо. И Глейв... Ну, Глейв, это не GV. Все, Лекра сейчас пойдет просто. О, как ошибся Глейв. Fatal Error. Итак, 15-6. Второй маппоинт отыгрывает GodSend. Причем вот в ситуации, в которых должны были его уже проигрывать. Первый выиграл GV 2 в 1. Второй забрал Лекра 1 против троих. Что будет дальше? Возможно, GodSend найдут себе силы и закомбэчат. Да, Игорь? Возможно, но невозможно. Невозможно. Ну что ж, один аккаунт в исполнении Astralis, и потом они возьмут в руки девайсы. И там уже ошибок быть не может, недоглядок быть не может. Четкий дым. Наверное, Парыч или коннектор. Парыч, скорее всего. Ну, давайте посмотрим, дым вообще куда прилетит. Нет, ну вот от стенки правой у красного здания там на коннектор точно от антенки залетает, а этот, видимо... Да, парапет. Причем на позицию достаточно интересную. Обычно там всегда стоит игрок защиты, если есть какая-то информация по парапету. Вот этот флюш отдал сейчас. По-моему, Гзипникс этот хедшот не заслужил. Ну, я согласен. Умирать должен был его тиммейт, а именно Дюпри, но тут теория... залетела вообще без шансов. Тут теория Тигра про нечестную игру, вот она...
она здесь сейчас была прямо на наших глазах. Ну и да. Расстроиться можно. Фраг был очень-очень нечестный. Итак, Дюпри один против троих, 5% здоровья. Повторить подвиг шведов вряд ли удастся Дюпри. Хотя уже промах забрал. Красным оставил еще и Шнейдера, но GV тиммейта подстраховал. 15-7. GodSent отыгрывает третий маппоинт подряд и пытается как-то спасти этот матч. Всячески. Ух. Ну, деньги хотя бы вернулись, можно раунды играть на максимуме, без какой-то возможности к тому, что тебя могут совершенно спокойно, без раскидочки принять. Так, Шнейдер центр, классическая расстановка сил для команды GodSent, 2-1-2. Тут еще даже с коннектором суппорт, так что все вообще супер. Но датчане ползут вообще очень-очень медленно, раскидывают апленты, попробуют зайти под смоки. Тем не менее, далеко не факт, кстати, что это не фейк, ведь... О, они будут дожидаться подвала, а с подвала в ту самую секунду пролезают два игрока команды Astralis, и Джаспер полностью потерялся в этом раунде, пытаясь помочь на А. Да, повелся Джаспер на дешевый развод. Ошибочка от Шнейдера, Флюша забирает девайса. На самом деле, развод не дешевый. Ну, почему не дешевый? Ну, как не дешевый? Смотри, просто три дыма, накидали. Две флешки. Ну, вы что? Никто не вышел. Но с подвала-то вышли. На план никто не вышел. Развод, да, дешевый. Реально дешево. Итак, Лекарь и Флюша. Вот на этот раз вряд ли удастся GodSent'ам спасти этот раунд. Наверное, даже точно. Там даже кто-то миллион ставил на 16-7. Друзья, наверное, еще раз стоит объяснить, что два стартовых матча сегодняшнего игрового дня мы действительно смотрели по демкам, но комментировали его для вас в лайве. То есть все, что происходит, это прямой эфир, но запись была вчерашнего матча. Впереди нас ожидают только прямые матчи, и это 4 игры команды НИП. Первые 2 против французов, вторые 2 против Моуспорт. Прямой матч. Прямые, да, это были кривые, значит. Короче, Сопов гений, давай, потрыхчи еще, давай. Все, реклама. E-Gaming Bets. Ставки онлайн для всех поклонников киберспорта. StarCraft 2, Overwatch и CSGO, Dota 2 и Hearthstone. Выбирай. Экспресс-сценарий событий или лайв-ставки на игру, которую ты смотришь сейчас. Разбираешься в Dota 2? Сделай прогноз на пики и баны команд. Играешь в CSGO? Предскажи количество раундов в конкретном матче. Ежедневные квесты для всех участников проекта и лучший выбор платежных систем. С 2011 года более 600 тысяч пользователей делают ставки на все самые интересные события онлайн. ЕГБ, ты точно знаешь, кто победит.